перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ребзи, короче, это самое. Сейчас все соберутся. Мы кайфуем. Мы просто кайфуем и дышим воздухом. Да мы уже отсюда уходим. Понятно. Через минуту уезжаем, если что. Для Черновицких, даже через полминуты. Просто всем хотел сказать, короче, кайфуйте, хорошего вам настроения, пусть у вас всех все будет четко. По твоей треке иногда умираю. Нормально, ты на кого учишься? Психолога в Каразино. Охуенчик, ты на конкурсе? Кончаешь же? Я первый, только первый серийный. А, ты только первый, ты только поступил, у тебя еще все мучения впереди, я понял. Я на самом деле я хотел бы воспользоваться этой минуткой и тебе сказать большое спасибо за твое творчество. Оно на самом деле очень сильно вдохновляет. У меня есть одна любимая песня в твоем альбоме, но я не помню какое, но прощай. С этой песней у меня много чего связано, и я тебе очень благодарен на самом деле. Спасибо тебе, брат. Я рад, если оно хоть кого-то вдохновляет, значит, мы не просто так это делаем и не зря. Спасибо тебе, на самом деле, большое. Творческий человек. Я тебя очень давно, на самом деле, слушаю. Мы с пацанами твои песни иногда словим, типа, кидаем в саунд. Просто ты взрываешься. Отдыши, брат, отдыши. Хорошо тебе тогда, не знаю, знаний побольше набирайся. Спасибо, брат. Желаю тебе всего ты, самого. Ты сделал мой день, клянусь. Спасибо тебе. Я рад, если это так. Спасибо тебе, брат. Здоровья тебе. Давай. Все, береги себя, братан. Давай, взаимно. Все, люблю. Так, кто у нас здесь дальше есть? Приятно, когда адекватные люди из Харьков попали, прикольно. Кто у нас здесь еще есть? Давайте еще с кем-нибудь свяжемся. Яким, бля, заебал, фейстайм будем разговаривать. Я не знаю, давайте я случайно кого-то... Я опять случайно, я не знаю. Она быстро обновляется, вот на кого успеваю попасть пальцем, на того успеваю. Опа! Здравствуйте! Здравствуйте, девушка, откуда вы? Будьте любезны, представьтесь. Привет, меня зовут Жансая из Караганды, из Казахстана. Из Караганды, а как зовут еще раз? Пропадает связь очень. Слышно меня? Жансая зовут. Вообще ужас. А, все, теперь услышал. Пропадает связь. Слышно теперь. Еще расскажи, чем ты занимаешься в жизни? Вот, я... Да. Теперь слышно, прикинь, да. Ни хрена не слышно, я слышал только я... и вот. Я в 10 классе, я просто обожаю альбом, я просто фанатею, я уже купила билет, да ну, встретимся в Астане. Встретимся, значит, там, а теперь? Надеюсь, там будет не такая связь, как сейчас. А теперь? Ладно, я чувствую, у нас сложный диалог сложится с такой связью, но в любом случае спасибо тебе. Увидимся тогда у тебя на родине. Тебе короткого вечера. Так, блин, тут связь думаю, пропадает. Это...
либо это мы пропадаем. Я не могу понять, что вообще происходит. Понятно, да? Спасибо огромное. До свидания. Ульяна? Да. Здравствуй, Ульяна. Ты откуда будешь? Киева. Из Киева? Слышно, да, нас? Да, слышно. У меня вопрос, просто вопрос огромный. Давай. Когда концерт в Киеве? Когда будет концерт в Киеве, ты можешь говорить чуть громче, пожалуйста, очень плохо слышно. Да, так, когда будет... прикрылась элегантно, и тебя плохо слышно. Концерт в Киеве, не знаю, скоро будет. Мы обязательно сразу скажем в датах. Не хочу забегать наперед, чтобы не соврать. Я поняла. А так ты где-то учишься, чем занимаешься? Я учусь в 11 классе. А, и у тебя тоже ЗНО. Ну, я понял. Вот удачи вам, что я могу сказать? Спасибо большое. Просто удачи тебе. Сейчас тебе нужно учиться. Я надеюсь, что у тебя все будет классно, все будет хорошо тоже. Ты все сдашь, я... это не так страшно. В творчестве. Что-что? Говорю, желаю тебе удачи в твоем творчестве. Спасибо. Ждем очень классный новый альбом. Спасибо. Красивая картина у тебя сзади, мне нравится эта рамка. Ты так ее постоянно показываешь, круто. Ладно, хорошо, тебе хорошего вечера. Киеву тоже привет огромный. Обнимаю тебя. Давай, большое, давай. Давай. Что, ребята, короче, всем вам тоже добра. У нас сегодня просто такое настроение, потому... Всех еще раз обнял, будем на связи. Скоро много крутого всего, я думаю. Я думаю, вам понравится. Ебанутая фраза. Короче, куча всего будет. Ждите. Счастливо всего.